157 национальностей в Самарской области, и у всех свои традиции и обычаи. Так и свадебный обряд у каждого народа свой. 14 пар приняли участие в фестивале национальных свадеб. Например, в армянской культуре жениха с невестой свекровь встречает с ложкой меда, а плечи молодых покрывает лавашем в знак семейного благополучия. А вот азербайджанская свадьба складывается из трех этапов. В заветный день жених приезжает в дом невесты и под музыку вокзалы увозит ее. На пояс девушки завязывают красную ленту. Это символ плодородия. Кульминацией азербайджанской свадьбы является вынос плова. Ему посвящена отдельная церемония. Здесь представлены различные национальности с тем, чтобы каждый из нас мог увидеть то многоцветие национальных культур, которые характерны для нашего Самарского края. В коридоре дружбы все желающие смогли узнать, как приветствуют друг друга на национальных языках разные народы. И в знак дружбы, согласия и солидарности повязать ленточки. Свою лепту внес и губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что празднование Дня дружбы народов стало для Самарской области доброй традицией. Что, это узелок дружбы? Да. За несколько часов на главной сцене праздника выступило более 50 лучших творческих коллективов региона. В парке работало более 30 интерактивных площадок, где самарцы могли не только повеселиться, но и узнать много нового о различных народах, проживающих в регионе. Мария Илчан, Григорий Плешаков. События.